Бюджет России не резиновый. Это наши налоги. Самое главное, поступление в бюджет идет из налогов организаций, физических и юридических лиц. И, конечно, беспредельно принимать беженцев сегодня из Украины, завтра, не дай бог, еще из какой-то страны. А как известно, Россия всегда помогает друг другу. Вы знаете, я бы изначально в ситуации с Украиной, если вернуться на несколько десятков лет назад, не путал бизнес с дружбой. Вот продавали мы им газ, и не надо было давать такой карт-бланш и уступать в цене и попадать в эту зависимость. Сегодня мы воспитали за собственные деньги несколько украинских олигархов, которые считают, что они могут уже купить весь мир, и в том числе и Россию. Россию и весь мир. Что касается беженцев, это несчастные совершенно люди, которые вынуждены были сюда бежать. Конечно, мы должны максимально им помочь, но мы должны всегда помнить, что наши возможности не бесконечны, не беспредельны.